Здравия желаю. Итак, подготавливаем, значит, мотор помощнее к системе. Здесь мотор на 550. Подготавливаем. А крутить его будет. Магнитный. Где-то он, по-моему, то ли на 70, то ли, ну, не больше 100, от 70 до 100 где-то так. Так его мерил, он непонятный. Получается, значит, усилитель, то есть зарядка идет, ионистр, питаться будет от ионистра. Зарядка ионистра, это я показывал, вроде как через упрямитель, да. Счетчик включен. Но они, ионисторы заряжаются, видите. Они не берут ток. А как они заряжаются, ионисторы? Они заряжаются. Просто поддерживается это самое. Ток это огонь. Просто поддерживается огонь, как бы. Через этот огонь идет подзарядка. Понимаете, что происходит. То есть нет утечки. Но поддерживается здесь энергия. Энергия имеет температуру. И они заряжаются. Вот. То есть через ионисторы будет работать. Завтра будем запускать. Сейчас пробовал. То есть зарядка 0 будет. Вот она, 0. Это я уже показывал. Но у меня вот что было? Выходило, как я, если смотрел в ролике, там максимально там у меня 16 ватт всего. А вот это вот, сейчас сегодня уже пробовал, вот это вот, даже если подать 12 сюда, он на 12 вольт питается, вот этот мотор. Подаешь 12, 3000 оборотов. То есть, а 3000 оборотов, это где-то на 550-100. То, что, так, 400. Так. Ну, сейчас. Вот, в машинке сейчас посчитаем, что голова уже ватня. Так. То есть, четвертую часть. Нагрузка четвертая. 550 разделим на 4. 137 ватт. Где-то даже и больше он. У него еще инерция. 137, возможно, 150. 150 ватт будет выдавать. То есть брать 100, выдавать 150. Завтра будем запускать это все.